С вами канал Улицы Москвы, и в этом выпуске заглянем на Новоклюковскую улицу в Зеленограде. Вот, обратите внимание, какое название сетевка маркетов. Ничего не пропагандирую, просто веселое название. Так, вот эта улочка у нас проходит параллельно железнодорожной линии. Ну, здесь вот станция Крюково, будущая станция диаметра номер 3. И вроде бы как следующая за ней Алабушева также включена в диаметр. Здесь уже местность напоминает спальный московский район новой волны годов эдак 80-х. Ну, может быть, какое-нибудь там и Новокосино. Тоже такие дома видел в Новокосино. Ветер, конечно, жесткий. Извините заранее, если какая-то тряска будет у меня. Но ветер жесткий и холодный. Решила пока весна отступить, но март это считается климатической зимой, поэтому мы просто привыкли, что уже тепло, что и зимы толком не было, но на самом деле такая погода в это время. Там дальше будет электродепо Крюково. Депозируются ласточки и другие электрички ленинградского направления будущего диаметра номер 3.